Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Oppo A52 сбросить все настройки до заводских. Делать мы это будем с помощью настроек. Опускаемся вниз до пункта «Дополнительные настройки». Далее «Создать резервную копию и перезагрузить», «Удалить все данные» и нажимаем «Стереть все». Важно! Удалятся абсолютно все данные с вашего телефона. Если вы согласны, то нажимаем «Стереть далее» и еще раз. На этом все. Все настройки сброшены. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!